Дети ходят в школу по лужам, по грязи, по глине месят. То есть это приходится ребенку две пары обуви с собой. Школы все ходят местные. Практически, я говорю, в каждом доме есть школьник. И, то есть ходить невозможно. Про этот, про ее? Трубу подсделали. Пусти, да видите? А уже второй год не сажали, там невозможно. Каждую весну. Там все плавает сейчас. У нас банки с компотами, с грибами, картошка, всякое вот это. И сейчас все плавает. Хоть я стеллажи и делал, но там вода так поднялась, что все плавает.